Сейчас я покажу, как быстро и удобно можно вывести деньги с ТикТока к себе на карту. Вы когда заработали на стримах деньги, они у вас появляются в настройке конфиденциальности кошелек. Вот получается, сюда заходите, и когда вам дарят подарки, вот доход от подарков. Эти деньги можно вывести на карту. Сейчас покажу как. Вот на другом аккаунте у меня 2 доллара накопилось, 90 центов. Выводим их сначала на WebMoney. Появляется кнопочка «Вывести», клацаем. Выбирайте WebMoney, зарегистрируйтесь, естественно, сначала WebMoney, если у вас нет аккаунта. Я выбираю все деньги «Вывести», просто нажимаю кнопку «Вывести». Теперь жду, пока эти деньги придут ко мне на счет WebMoney. Это произошло практически сразу, за 30 секунд деньги пришли на WebMoney. Тут у меня уже было 6 долларов, теперь 9 долларов 56 центов. Плюс еще девушка 20 баксов докинула, поэтому сейчас будем выводить. Теперь нам понадобится обменник XBIT, я ссылку в описании оставил, переходите в этот обменник, регистрируйтесь. Можно обменять и без регистрации, но с регистрацией лучше. Там всякие бонусы, проценты, скидки и так далее. Минимальный вывод 10 долларов. То есть выбираем, например, 9 долларов. Нам пишет, что минимальный вывод 10. Поэтому выводим 29 долларов. Я буду выводить на карту PrivatBank'а, и это получится 1000 гривен. Нажимаем кнопку «Обменять». Мне нужна моя карта. Я записал свой кошелек, я записал свою карту, можете донатить мне, кстати, плюшечки всякие, я буду благодарен за каждую копеечку. Так, внимательно проверьте правильность данных, короче, ну, допустим, я проверил. Перейти к оплате. Так, 29 баксов по-прежнему еще у меня на балансе, нажимаем QR-код и наводим сюда QR-код. Оплата появилась. Используем пальчик, отпечаток пальца. Сразу после того, как я оплатил, у меня вся заявка подтвердилась, и теперь у меня 1000 гривен на PrivatBank'е. Вот показываю уведомление, видите, 1000 гривен пришло на баланс. Короче, способ работает, отличный и удобный способ. Ссылка на обменник в описании, минимум 10 долларов меняем. Зарабатываем 10 долларов в ТикТоке и выводим их прямо к себе на карту. Также тут есть другие способы обмена. Вы можете обменять криптовалюту, биткоины, PrivatBank. Короче, можете получить деньги не только на украинские карты, можно на русскую карту вывести в рублях, Тинькофф, там Сбербанк, PrivatBank, Visa, MasterCard, в гривнах, в рублях. В общем, обменник четенький. Залетайте. Выводите деньги налегке. Кстати, если хотите, можете за информацию мне донатик закинуть на WebMoney, на этот кошелек перевести, либо я оставлю свою карту банка, PrivatBank'а в описании.